В моде последнего десятилетия металлический блеск присутствует практически в каждом сезоне. Подобные светоотражающие ткани несут не только эстетическую миссию. В темное время суток эти элементы обеспечивают безопасность на дороге. Это дефиле проходит по инициативе отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД. Целью конкурса было популяризация применения светоотражающих элементов в экипировке пешеходов и создание модели одежды с светоотражающими элементами для детей и подростков. В качестве модельеров выступали школьники и их руководители. Все вместе создавали эскизы, конструировали и отшивали готовые модели одежды и аксессуары со светоотражающими деталями. Если вечером поздно идешь гулять, чтобы на дороге, когда переходишь, увидели вот тебя, потому что светится в темноте. Костюм сделан из джинса. Вот светоотражающие ленточки и украшения, бахрома. Вот. Ради участия в конкурсе ребятам пришлось изучить тенденции этого сезона, чтобы одежда была не только безопасной, но и стильной и актуальной. Безусловно, конечно, мы изучили всевозможные новинки в интернет-ресурсах, выбрали приятный для нас бохо-стиль и декорировали световозвращающие ленты. Несколько лет назад знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд в ролике социальной рекламы призывал пешеходов надевать специальные жилеты с видимыми в темноте деталями. Челябинские школьники не просто так подхватили эту идею. Они пошли дальше, создав целые коллекции, удобные, эстетичные и безопасные.